Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня я готовлю очень-очень вкусный шоколадный кекс с творожным сыром и вишней. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого кекса мне понадобится 250 грамм пшеничной муки высшего сорта, я ее уже просеяла, 170 миллилитров растительного масла без запаха, 170 миллилитров теплого молока, 180 грамм сахарного песка, 3 яйца, чайная ложка кукурузного крахмала, 1 столовая ложка сахарной пудры, пакетик 10 грамм ванильного сахара, также 10 грамм разрыхлителя, 40 грамм хорошего какао, у меня здесь алкализованное какао. Именно оно придает такой красивый шоколадный глубокий цвет выпечке. 200 грамм творожного сливочного сыра и 170 грамм свежей вишни. Можно взять замороженную. Она должна быть без косточек, я ее уже очистила. Сначала соединю все сухие ингредиенты. Муку, разрыхлитель и какао. Объединяю их и сразу просеиваю. Получается вот такая вот воздушная сухая смесь. Отставляю в сторону. В другой посуде соединю яйца, сахарный песок и ванильный сахар. Взобью миксером до воздушности. Добавляю теплое молоко и масло. Все коротко перемешиваю миксером. Далее добавляю сухие ингредиенты. И снова коротко перемешиваю миксером. Вот такое тесто получается. Отдельно соединяю сливочный творожный сыр со столовой ложкой сахарной пудры. Сливочный сыр должен быть мягкий, не из холодильника. Перекладываю сыр в кондитерский мешок. К вишне добавляю крахмал. Кексовую форму хорошо смазываю сливочным маслом. А сверху присыпаю хорошо мукой. Делаю так называемую французскую рубашку. Выкладываю в форму половину теста. По кругу отсаживаю творожный сыр. Сверху на сыр выкладываю вишню.
заливаю оставшимся тестом. И ставлю кекс выпекаться в хорошо разогретую духовку 170 градусов примерно на 50-60 минут. Деревянная шпажка должна выходить полностью сухой. Дам кексу остыть 30-40 минут в форме, а потом уже выну из нее. И посмотрите, какой красавчик шоколадный кекс у меня получился. Очень вкусный, очень воздушный, легкий, нежный и очень шоколадный. А творожный сыр здесь отлично дополняет шоколадное тесто. Он привносит свою изюминку, плюс еще кисленькая яркая вишня. Все это очень и очень вкусно. Я прям срочно рекомендую вам приготовить такой кекс. И вы им тоже будете очарованы, как и я. Он просто волшебный. Готовьтесь с любовью и удовольствием. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы, как всегда, найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока.